шикарный мерчедес, прикованного в постели Кобзона, летает по Москве. Прославленный российский певец Иосиф Кобзон больше недели находится в больнице. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Пока общественность обсуждает обстоятельства госпитализации артиста, его роскошное авто на огромной скорости носится по дорогам столицы. Дорогостоящую иномарку Кобзона с блатными номерами заметили на Кутузовском проспекте в Москве. Мерчедес-Бенц с особой наглостью нарушает ПДД на трассе. Злостное нарушение попало на видеорегистраторы столичных автолюбителей, передает телеграм-канал МАШ. Машина мчится по распределительной полосе. Мерчедес Кобзона узнали по номеру транспортного средства. Кроме того, в сети обнародовали доказательства нарушений правил дорожного движения на автоартиста. Внимание на экран. Нашествие. Как много в этом слове для сердца моего сошлось. Ешь, мой любимый фестиваль. Стоит отметить, что московские инспекторы имели претензии к водителю иномарки Кобзона в августе, апреле и марте 2018 года. Кто находится за рулем авто, пока певец прикован к постели, пока неизвестно. Обитатели всемирной паутины выдвинули предположения на этот счет. Одни считают, что Кобзон не в больнице, а уже выписался и лихачит на своей машине. Другие винят в нарушении ПДД его родственников. Напомним, что Иосиф Кобзон был госпитализирован 20 июля. Певца без сознания доставили в одну из столичных клиник. Медики пытались стабилизировать его состояние, но 27 июля артисту стало хуже. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. На следующий день Кобзон впал в кому.